Филипп Киркоров много лет назад говорил, что мечтает сыграть Петра Первого. Желание поп-короля осуществилось, поэтому теперь у него новая увлекательная цель. Стало известно, что Филипп Киркоров снимется в очередной части «Елок», которая традиционно выйдет на экраны в Новый год. Проектом занимается Евгений Кулик. Он и поведал, что поп-король сам изъявил желание поучаствовать в популярном проекте. Он сам подошел ко мне после предыдущих «Елок» и сказал, что хочет сняться в следующих. Он и Бедрос Киркоров играют сами в себя, это очень органично и максимально к месту в нашем фильме. Рассказал Евгений Кулик. Примечательно, что часть съемочного процесса прошла на территории шикарного загородного дома Киркорова. Поп-король не побоялся пустить в святая святых не только коллег, но и актеров массовки. Интересно, что изначально Филипп планировал сниматься вместе с отцом, но Евгений Кулик предложил снять в картине еще и детей, Мартина и Аллу Викторию. Исполнитель хита «Единственное» сообщил, что очень любит кино, особенно старое советское. В числе новых картин, которые задели его за живое, он назвал «Вызов», «Нюрнберг» и «Экипаж». А вот новомодные современные сериалы Филипп Бедросович почти не смотрит, не хватает у меня на них времени. Не смотрел «Гарри Поттера», «Игру престолов», «Карточный домик», это все мимо меня прошло.